Мы сегодня будем сравнивать фастфуд и правильное питание. Это рубрика «Жир на жопе». Расти жопа. Расти жопа. Цена. Да он не будет очень быстро. Цена. Я готова спорить. Это 1700 калорий правильного питания. Скучно, скучно, но вкусно же. Два дня можно продержаться. Всем привет, друзья! Меня зовут Алексей Столяров. Меня зовут Катя Кочонок. И какая у нас сегодня будет тема? Мы сегодня будем сравнивать фастфуд и правильное питание. Друзья, мы набрали сегодня в Макдональдсе ровно на 1700 калорий. В магазине «Перекресток» никакая не реклама, тоже продукты на 1700 калорий. И мы сейчас вам покажем, сколько продуктов получилось там и там. Я начну первый. Я сегодня за Макдональдс. Мы купили сытнейший обед из Макдональдс. Итак, у нас получилось, друзья. Мы все прогуглили. Можете сейчас зайти на сайт Макдональдс и проверить. Это большой клубничный молочный коктейль. Большая, вкусная, хрустящая картошечка фри. Это рубрика «Жир на жопе». Расти жопа. Расти жопа. И огромный Биг Тейсти. Чтобы вы понимали, Биг Тейсти 800 калорий. 882. 882. Вот это все 1724 калории. Что ты купила в «Перекрестке»? У нее даже два чека. Вы врубаетесь? Это 1700 калорий правильного питания. Мы купили огурцы. Мы купили грудку. 300 граммов. 300 граммов, а огурцов 7 штук. Мы купили яблоки. Мы купили апельсины. Мы купили пачку творога. Целую пачку творога. Пачку гречки. Мне кажется, она выпендривает слишком. Капусту. Это китайская капуста. И мы еще купили целую упаковку яиц. Можно заканчивать просто. Единственный момент, мы в «Перекрестке» взяли больше продуктов, потому что все продается в пачках, и мы будем считать по полпачки. То есть мы купили продуктов чуть-чуть больше. Чуть-чуть, в 10 раз. Раунд. Я, конечно, понимаю, что победа сегодня остается за Екатериной. На 1700 калорий вы просто посмотрите, сколько вы продуктов получаете полезной пищи. Мне кажется, здесь 2 дня можно продержаться. А здесь это один обед. Один. Напишите в комментариях, сколько в молочном коктейле без гугла. Серьезно, это очень интересно. Я был в шоке, сколько в нем калорий. И еще, друзья, до миллиона осталось совсем чуть-чуть. Вдруг только здесь самый качественный, крутой коктейль. Кать, что нужно сделать? Подписаться! Подписаться на канал прямо сейчас это сделаю, дружище. И еще очень хочется узнать, кто боль чаще питается. Правильным питанием, какие у нас вообще подписчики или фастфудом. Пожалуйста, напишите это тоже сейчас в комментариях. Это очень важно и очень интересно. Первый раунд закончен, 1-0 у тебя. Второй раунд будет очень быстрый. Цена. Да он не будет очень быстрый. Цена. Я готова спорить. Раунд. Раунд. У меня в итоговой сумме получилось. Биг Тейсти, внимание, 240 рублей. Картошка фри 75 рублей. Молочный коктейль 97 рублей. Это на данный момент ценник в Макдональдсе. Итого у нас получилось 412 рублей стоит обед в Макдональдсе. Пу! У нас получилось 421 рубль, 2 чека. Мы просто про творог забыли. Про творог забыли и вернулись, как дебилы. И 67 рублей в совокупности. 488 рублей. 400... Это типа я такой умный, на самом деле просто перед съемкой посчитал. 480 рублей, но у нас пол пачки творога, считай. Ну, посчитай. У нас не вся пачка гречки, и у нас пол пачки яиц. Итого выходит та же стоимость, то есть правильное питание столько же стоит, как вот твое вот это вот фастфудное. Подожди, это не мое, это просто я сегодня на этой половине, просто так получилось. Хочешь, как-то и здесь выиграла? Здесь я тебя не выиграла, здесь мы просто наравне. Ну, то есть фастфуд стоит столько же, сколько здоровое питание. То ну что, ничья здесь? Типа ничья? Типа ничья. Ну, дали шанс фастфуду, 2-1 счет. Раунд. Сколько приемов пищи получится из наших продуктов, что мы сегодня купили? Ну, у меня, наверное, глупо здесь что-то утверждать. Один обед. Ну, я, конечно, сейчас наверняка в комментариях напишите, что можно разделить на завтрак, обед и ужин. Но, по факту, это человек придет в Макдональдс и за раз все съест. Поэтому это один прием пищи. Давай. Я бы приготовила на завтрак яйца с каким-нибудь фрешем. Потом я бы сделала второй прием пищи, это обед гречка с курицей. Uh-huh. Третий прием пищи я бы сделала, наверное, перекус с каким-нибудь фруктом. Четвертый прием пищи я бы сделала грудку с салатом. И последний прием пищи, пятый, да, уже получается, я бы съела творог. У меня еще бы остались фрукты, я бы творог... И я бы просто обжиралась на эти деньги. Давай вот так утрированно, за 400 рублей, да, но 400 рублей ты получаешь полноценный, реально полноценный рацион на день, где соблюдены, внимание, белки, жиры, углеводов. Понятно, что здесь тоже белки, жиры, углеводов, но здесь...
углеводов тьма, и жиры, здесь трансжиры, некачественные жиры. Еще здесь много фосфатов, которые будут задерживать воду в организме, что будет нарушать вот наш пищеварительный процесс. Скучно, ну вкусно же. Но, друзья, сейчас будет четвертый раунд, и он очень важный. Раунд. Все-таки фастфуд, за что мы его ценим? За то, что ты пришел и съел. Я просто вот беру и ем. Я сейчас буду гречку с... Ну ладно, хорошо, договорились. Давай честно, сколько ты потратила времени на закупку этого всего? 5 минут здесь. Теперь внимание у тебя. Сколько закупка? Ну, минут 15-20 на закупку. 15-20 минут, уже проиграл. Но это кардио, ты ходишь по магазину, ты в фитнесе. Это не важно, сегодня не об этом ролик. Готовка сколько ты займет? Ну, минут тоже 15-20. Я залью гречку, быстро приготовлю яйца и все. А в руках? Залить водой. Ну, серьезно. Сколько примерно на все это потратишь время? Минут 25. 25 минут, прибавляем 10 минут дороги, прибавляем 15 минут закупки. Итого у нас получается час. Не такой сильный разрыв, и это очень круто. 3-2 счет. Мы хотим сделать эксперимент. Короче, я целый день буду питаться фастфудом на 1700 калорий. Один день? Как это у меня получится? Что я буду покупать? Сначала буду питаться этим и буду полноценно жить, тренироваться, все как обычно. И посмотрим, какой эффект будет к вечеру. И потом день мы сравнение сделаем, я буду питаться весь день правильным питанием. Я понимаю, конечно, тут я буду объедаться, но очень интересно, как же на меня скажется фастфуд. Целый день фастфуда. Я никогда этого не делал, поэтому обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, друзья, это было круто. Я считаю, что такие эксперименты должны быть. Пишите, что нам еще сравнить полезного, вредного, или вредного, или, может быть, какие-то напитки. В общем, не важно, поддержите эту рубрику, потому что она мне очень сильно нравится. Ну и ты прощаешься. Ты сегодня победитель. С вами была Качонок и Леха Столяров. Подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии, дружище. Обратная связь — это самое важное, что ты можешь нам дать. Йоу! Пойду жрать Макдональдс. Ты сиди со своим апельсином.